Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами листаем второй каталог. Он уже стартовал, сегодня первый день. Действовать он будет с 25 января по 13 февраля, 21 день. Вот такая вот яркая розовая обложка. На обложке новинка помада с эффектом металлик. Я уже ее протестировала. На обзор мне приходил оттеночек вот этот вот, морозная сирень 37717. Ссылочку на свой обзор прикрепляю. Вообще в линейке 10 разных оттенков, поэтому смотрите, выбирайте, начиная от нюдовых, смотрите, да, какие есть красивые оттеночки. Также есть вот и алая медь, сияющий коралл, и малиновый лед, очень много разных оттеночков. Дальше тоже новиночка, ультракремовая помада 5 в одном, тоже мы ее с вами тестировали. В оттенке красное вино, ссылочку на обзор прикрепляю. Смотрю вот на эти карандашики, хочу попробовать, из линейки The One у меня еще карандашика не было, вот. То есть бонус, смотрите, какое здесь предложение, если вы заказываете любую помаду со страницы 2 по 5, то карандашик вы сможете заказать всего лишь за 3 рубля, вместо 340, да, такое вот выгодное предложение. Здесь целых 20 оттенков этой помады, очень красивые. Мы двигаемся дальше, это матовая помада. Очень она мне нравится. Оттенок, к сожалению, сейчас не вспомню. По-моему, у меня пламенный красный. Точно есть еще какой-то из этих оттенков у меня был. Периодически тоже пользуюсь. Это именно матовое. То есть плотное покрытие обеспечивается. Пользуюсь я без кисти, но научилась ее наносить. Губы она не сушит, потому что здесь есть комплекс Lip Soft Moisture Plus. Ухаживающая специальная формула с маслами, увлажняющими компонентами, витамином Е и маслом макадамии. Так что, девочки, обязательно заказывайте. Цена тоже приятная в этом каталоге. Двигаемся дальше. Здесь у нас Chardonnay Gold. Люблю эту линейку. И кремовая помада у меня, и была, и есть. Регулярно себе покупаю. Здесь жидкая помада Эликсир. Мы с вами тестировали. Сейчас я вам скажу. Теплый кашемир оттенок. Тоже не так давно прямо наносила с вами вместе. Сначала она была глянцевая, потом превращается в матовую. Обратите внимание тоже, какая сейчас скидочка приятная. Здесь из линейки The One, прошу прощения, On Color, тоже предложение помаду, всего за 149 рублей, можно матовую сказать. Почему цена такая? Просто упаковка попроще. Понятно, что немножко разные формулы, да, меньше выбор оттенков, но тем не менее тоже очень хорошая, очень качественная помада. У меня тоже есть такие. Сейчас не вспомню, рядом не приготовила, к сожалению, в этот раз ничего не положила. Будем просто с вами сегодня так листать, а потом отдельную подборочку своих любимых продуктов соберу, поставлю, и мы с вами порассматриваем. Новиночка Lost in You, водичка парная, есть женский аромат, есть мужской аромат. Здесь можно получить бонусы при заказе этой водички. Мне придет на тест в четверг женский аромат, будем с вами пробовать. И, кстати, для новых партнеров именно этот женский аромат или мужской аромат Lost in You идет по стартовой программе в подарок за 199 рублей вместо, смотрите, да, обычная цена 2330, сейчас по спецпредложению 1599. То есть, а если вы только присоединяетесь, то у вас будет возможность получить эту водичку за 199 рублей на выбор. Так, какой здесь идет бонус? Если вы заказываете или женскую, или мужскую водичку, можно вот подарочек такой себе выбрать за 3 рубля. Это или шампунь для волос и тела мужской Not for Men, или тушь для ресниц 5 в 1, The One Wonder Lash XXL. Вот сколько подарков уже, да, и карандаш можно для губ за 3 рубля, и, пожалуйста, гель, шампунь, то есть для волос или тушь, то есть выбирайте, вот уже сколько вам подарочков. Всегда заказываю тоже набор пробников из следующего каталога. Вот эта водичка придет уже на обзорчик, тоже в четверг. Совсем скоро у нас выходит новая коллекция «Весенняя Норхен». И смотрите тоже сразу же, пожалуйста, предложение. Можно заказать подвеску на шнурке «Фантазийный гранат» за 799 рублей в этом каталоге, вот это тут украшение. И получить скидку 30% на любое украшение Норхен из новой коллекции. Можно подписаться на официальный аккаунт Instagram, участвовать, потому что будут сюрпризики. Часы. Смотрите, что мужские, что женские, очень красивые. Тоже приятная скидка. И что интересно, приходят в подарочной коробочке, то есть сразу считайте, у вас готовый подарок или на 23 февраля, или на 8 марта. Подарочные пакетики, снова обновленные уже с весенним принтом за 69 рублей. Вот этот наборчик мне тоже очень понравился. Здесь, получается, идет мыло, кусочек мыла для рук, да, вот с таким вот сердечком, и крем для рук. То есть очень приятный такой сюрприз. Небольшой подарок, недорогой, но очень такой прямо вот к 8 марта, мне кажется, классный подарочек. Дальше. Новинки. Глянцевый лак для ногтей On Color, карандаш для глаз On Color, глянцевая помада On Color. Тоже у меня все эти продукты есть. On Color я линейку люблю. И помада, и карандаш для губ у меня есть, и карандаш для глаз. Очень классные. Дальше, девочки. Много раз уже хвалила тушь, что кошачий глаз, что просто Tremendous, да, вот эту розовенькую. Многие их любите. Такой цены я не помню, что такая цена была, если честно. Поэтому пользуйтесь таким спецпредложением. То есть тут скидка получается больше 50% на самом деле, потому что обычная цена 540, да, сейчас 229 рублей. Вот так вот. Так,
Эту линейку тоже многие любите. Пока спецпредложение тоже можно брать. Мыльца за 69 рублей. Вообще мыло Oriflame я очень люблю, потому что они не разваливаются. То есть он до конца остается таким крепеньким кусочком. То есть, знаете, бывает иногда мыло прям все растрескается, какое-то некрасивое становится. Здесь такого нету. Пены для ванн тоже, да, такие праздничные. То есть мне кажется, что эту пену для ванн на 8 марта можно вообще запросто. Вот, XXL размер, 750 миллилитров. Цветочный аромат, 369 рублей. Так, линеечка Love Nature. Здесь получается с медом, да, то есть есть крем для лица с пчелиным воском, миндалем, защитный крем для рук и защитный бальзам для губ. Тоже эту очень линейку многие любят, хвалят. Тканевые масочки Love Nature. Milk and Honey, девчонки, снова появилась. Смотрите, при покупке двух любых продуктов цена каждого намного ниже, поэтому можно либо себе сразу что-то, два, да, продукта какие-то подобрать, либо, например, с подружкой объединиться и выгодно взять. Здесь же с лавандой амброй тоже есть. Вот эта мне штучка очень нравится, с удовольствием пользуюсь. Для деток мыльца, да, детки любят такие всякие яркие кусочки. Туалетная вода Disney Pixar и шампунь для волос. Шампунь, наверное, мы возьмем этот попробовать. Так, серия Botanicals. Снова, да, любой за 299 при заказе двух. Опять же, либо можно себе про запас взять, либо объединиться с кем-нибудь. Что у нас здесь представлено в этом каталоге? Восстанавливающий кондиционер для волос и восстанавливающий шампунь для волос. То есть можно взять в паре и, соответственно, оба продукта получить по 299 рублей. Так, теперь линейка для волос HairX. Есть у меня и мусс для укладки, периодически пользуюсь. Вот спрея блеска нет, как раз, может быть, закажу. И давно смотрю вот на эти щетки. Девчонки, кто пользуется вот такими щетками? Тут есть, смотрите, и малая круглая щетка для укладки, и какая-то скелетная щетка для укладки, и большая круглая щетка для сушки, укладки волос. Расскажите, напишите мне, пожалуйста, в комментариях вообще, вот в чем отличие между этими щетками, потому что я, если честно, вообще пока в этом деле не разбираюсь. Так, дальше, защита волос от морозов HairX с эффектом климат-контроля, 229 рублей, и шампунь, и кондиционер, да, каждый продукт по такой скидочке. И вообще вот на HairX в этом каталоге приятные очень предложения, есть у меня и маска такая, есть у меня, как это называется правильно, сыворотка для сухих поврежденных волос. Я сейчас усиленно стараюсь и работаю над восстановлением своих волос, все-таки вернулась к своему цвету окончательно, не знаю, надолго или нет, но пока стараюсь вернуть жизнь своим волосам, вот поэтому... Поэтому как раз питательный восстанавливающий шампунь у меня тоже, кстати, был. Он у меня закончился, можно будет обновить. То периодически чередую. Так, набор для рук, кстати, да, скраб для рук сразу и крем для рук. Для 8 марта тоже отличный подарок. Набор стоит 319 рублей за наборчик. В принципе, очень даже привлекательно. На шведский спа редко бывают скидки, поэтому кто ждал, пользуйтесь, берите. У меня что из этого есть? Диффузор есть, мусс для душа есть, солевой скраб, кстати, закончился. Тоже надо будет обновить. Так, мыло. Мыло жидкое, много разных тут, смотрите, ароматов, вкусов. У нас сейчас дома вот этот аромат стоит. Обычное мыло кусковое, я уже про это говорила, поэтому повторяться сильно не буду. Вообще очень люблю, очень мне нравится. Вот это хотела последний раз взять, попробовать. Так, потом серия Fitup, тоже ее уже много раз нахваливала. Мне очень нравится, особенно летом. Она меня выручала, когда долго, например, на даче живем, потом в город возвращаемся, пяточки какие-то прям чувствуются не очень, да. И как раз все эти средства приходили на выручку. Так, здесь триммер, девчонки, помню, что кто-то у нас ждал. Спрашивали, вот, пожалуйста, в наличии, пока есть на сайте, пробуйте, берите. Дальше гели-интимочки наши. Смотрите, тут очень внимательно, то есть вот Феминель получается со скидочкой, да, и смягчающий крем-гель для интимки со скидочкой. На остальные интимочки сейчас скидки нету, то есть обычная цена 390 рублей. То есть внимательнее в этом моменте. Детская серия Baby O, мы тоже обзор с детками записывали, прикреплю. Акция сейчас действует, любые три средства за 1035 рублей. То есть не обязательно одно что-то брать, да, то есть это может быть или три разных продукта, или, например, два продукта и один продукт, без разницы, любые три продукта с этого разворотика. Щетки, пасты тоже регулярно берем, про запас, когда вот скидка хорошая, я прямо беру сразу несколько, допустим, там три пасты и по две щетки, чтобы потом не бегать, не покупать, то есть я уже привыкла, примерно знаю, когда на них скидки, поэтому беру. То, что без скидок, мы с вами, в принципе, пролистываем, потому что потом, скорее всего, или в следующем каталоге, или через каталог будет на это предложение какая-то скидочка. Масочки Essentials тоже девчонки любят очень у меня. И увлажняющий кремушек тоже этот прямо не только для лица используют девчонки, а и для рук, для всего можно использовать. Цены видите? Очень приятно. Щеточку вот эту забыла, как-то была тоже на нее скидка. Я ее забыла, наверное, закажу. Вот этот уход и осветление набор. Девчонки делились отзывами, прям очень понравился. Я что-то из этого тоже уже пробовала. Сейчас уже не вспомню, к сожалению. Так, линеечка Love and Nature. Для матовости и свежесть увлажнения с алоэ с кокосом.
Здесь, смотрите, вот, пожалуйста, все сертификаты, что без ГМО, натуральные экстракты, тщательные тесты на безопасность, да, то есть все-все-все здесь расписано, можно почитать, изучить, разобраться серьезно. Pure Skin. Так, что мы с вами тестировали? Мы вот эту двухфазную маску, двухшаговую масочку тестировали, вообще огонь, конечно. Потом, что у меня еще было из этого у меня было, вот эти тоже у меня штучки были. А других масок здесь нет. У меня еще угольная маска, регулярно я ее пользуюсь. И беленькая такая против точечек. Вот, кстати, вот чего у меня закончилось. Вот я точно буду брать. Это отшелушивающий скраб, потому что сейчас, смотрите, на него 199 рублей всего лишь скидка. И мицеллярочка у меня тоже это есть, я ее прямо постоянно пользуюсь. Дальше линейка Optimals уходовая для разных типов кожи и масочки. Тут уже каждый для себя сам выбирает. Если кому-то надо что-то помочь, да, пожалуйста, не вопрос, пишите, все посмотрим, все подберем. Вот Royal Velvet этот, он 40+ идет, то есть он именно подтягивающий такой уже борется, да. Вот, ночью восстанавливает очень хорошо. Кстати, на 8 марта вот этот наборчик, мне кажется, тоже очень будет в ходу. То есть тут уже сразу в наборе 3 специальных средства, еще и в коробочке аккуратненько все приходит. Смягчающие средства у нас все любят очень. Так, двигаемся дальше. Novage, вот у меня сейчас Skinergize как раз. И у меня есть в том числе несколько продуктов из коллагенки. Коллагенку как основную использую месяца 5-6, наверное, где я так использую, прям результат налицо. На самом деле мимические морщины прямо уменьшаются, как и заявлено, да, что до 49% клинически доказано, тоже подтверждаю. Из этого я пока ничем не пользовалась, потому что, ну, пигментации у меня как таковой нет, это для зрелой кожи, поэтому это пока еще рановато. Наборчики, вот, девочки, очень рекомендую, всего 59 рублей, это 40+, будьте внимательны, да, но они придут сразу в конвертике, в таком красивом, можно кому-нибудь подарить. Вот, а что я люблю? Я очень люблю увлажняющую эссенцию, она сейчас всего 879 рублей, пользуюсь утром и вечером обязательно. И вот эта эмульсия для лица против воспалений тоже периодически использую. Не скажу, что прям регулярно, потому что, ну, у меня прям нет такой проблемы, да, что высыпания регулярные. Но когда необходимость возникает, я обязательно ей пользуюсь. Вот это мне недавно пришло, видео пока еще не записала. Масло гидрофильное я уже давно пользуюсь, мне очень нравится, и питает, и очищает идеально, после него получается гель-тоником, и прям кожа, ну, идеально, настолько чистая, никаких ни следов жирных, ничего не остается. Здесь опять мы с вами смело можем пролистывать, потому что тут каких-то скидок нету. Так, смотрите, что двухфазный пилинг, тоже девчонки у меня вот любят его очень, на Aquaglow скидочка, можно обратить внимание. Про wellness я вам регулярно рассказываю, мы с мужем постоянно пьем. Единственное, тут получилось, первый каталог был длинный, да, один месяц, а здесь 21 пакетик, на 21 день упаковочка рассчитана. И все у нас закончилось, вот я сейчас жду четверг, потому что в четверг будет новая доставочка. Вот рецепт, пожалуйста, да, мы как раз так и делаем, в принципе, мы туда бывает еще творог закидываем, то есть ягодки, что есть в морозилке, закидываем, очень вкусно, после тренировки прям вообще классно получается. Wellness много продуктов в линейке. Тут главное разобраться, пишите, научу, как и бесплатно продукты получать, есть такая возможность, и как еще выгоднее получать. Запустилась у нас новая линейка эфирных масел Mind and Mood, на сайте уже есть информация, буквально на днях запускается обучение. Дальше аксессуары, вот очки мне, кстати, вот эти понравились, да. Украшения красивые. Шарфик тоже классный, такой стильный. Мне кажется, он, ну теплый, да, зимний, с принтом и бахромой. Тепленький такой, толстенький прям вообще, хорошенький. Так. Дальше, смотрите, как раз бонус, да, то есть если вы заказываете новиночку Lost in You, ту водичку, про которую мы с вами вначале говорили, в подарок вам придет вот такая вот тушь. Тушь для ресниц 5 в одном, The One Wonder Lash. Здесь для глаз как раз и маркеры, и подводки, много всего. Так, помадка для бровей, так я ее пока еще не заказала, представляете, все забываю, надо заказать уже, попробовать. Тени, праймер для век, девчонки, у кого есть такая ситуация, да, что скатываются, праймером можно прямо справить. На самом деле очень стойкий макияж с ним получается. Так, здесь получаются продукты для френча. Так, эти продукты мы с вами тестировали, вот как раз карандаш, да, масло-карандаш, и ночную маску мы с вами тестировали, я уже всем этим с удовольствием пользуюсь на регулярной основе. Так, здесь спонжи, косметички, зеркальце, вот это мне очень нравится, у меня есть. Так, реснички опять появились, девчонки, не пропустите, пока все не расхватали. Так, здесь адаптивная тональная основа, как раз у меня такая сейчас, в оттенке, если я не ошибаюсь, нейтральный нюд у меня, но я могу сейчас соврать. Не специально, конечно же. Вот. Так, есть для пудры, консилер The One, да, у меня тоже такой в ходу, вот светлый бежевый, у меня самый светлый оттеночек. Вот эта база под макияж очень классная, стойкая. Так, мультифункциональный бальзам для губ. Тоже обновленный дизайн, то есть, в принципе, он был, просто немножко обновился дизайн. И каждый раз, когда обновился, да, то есть он выглядит прям так стильно. Вот здесь тоже можно посмотреть, что добавлено. Так, мультифункциональный увлажняющий крем-тон для лица, тоже девчонки очень многие любят. Не желтит, вообще не желтит кожу, то есть и свежий тон, увлажнение на весь день. Угу. Много оттенков. Мультифункциональный CC-крем. Вот его у меня пока еще не было, если честно.
База у меня такая есть, нравится. Прям объема дает очень хорошо. Вот эту гелевую подводку смотрю. Хочу взять как-нибудь протестировать. Тушь про Джордани Гол тоже много раз уже рассказывала, поэтому сейчас останавливаться не будем. Раньше вот исключительно пользовалась, вот получается, основой под макияж Джордани Гол и вот этой тональной стойкой минеральной тональной основой Джордани Гол. Но сейчас вот попробовала Everlasting Sing, да, и тоже очень классная. Но Джордани Гол, они, конечно, вообще безупречный. Безупречный тон кожи дают, то есть вообще классно. Так, он Color тени, тушь, да. Вот про этот оттеняющий гель уход очень хорошие отзывы девчонки давали. Так, тут, смотрите, получается матирующая основа консилер в стике. Так, вот этот бальзамчик, адаптивный блеск, очень классный, то есть он подстраивается под твой цвет губ, усиливает его, то есть сначала наносишь он как будто бы прозрачный, но через 5 минут он становится уже розовеньким. И у всех, главное, этот розовенький по-разному. На губах раскрывается. Здесь огромное количество дальше у нас ароматов. Этот аромат мы с вами тестировали. Здесь, получается, идет продукт-бонус, подарок, парфюмерная вода, если покупаете духи All or Nothing. Здесь, получается, если заказываете Giordani Gold Essence, у вас мини-спрей идет бонусом в подарок. Вот эта новиночка в четверг ко мне приедет. Уже будем тестировать. А пока можно заказать вот пробничек за 20 рублей. Так, Love Potion. Разные, как раз три аромата все представлены по скидке за 999 рублей. Так, дальше Lucia Bright Aura, многие ее ждали, как раз пользуйтесь, там он была 1930, сейчас 899 рублей, то есть скидка 50%. Dare to Shine, тоже многие девчонки у меня любят. Вообще, вот эти все ароматы, они очень популярные. Экла, тоже классный. Тут даже скидка, вон, 55%. Захотелось прямо обновить ему немножко воспоминания о нем. Здесь, получается, любой набор всего за 519 рублей. Спрей, да, парфюмированный боди-спрей. И парфюмированный крем для тела. То есть можно и кремом крем нанести на тело, напшикаться спреем, и вся такая довольно счастливая пошла. Так, спрей для тела постельного белья Дары Афродита. Вот я на него смотрю, если честно. Так, что у нас еще осталось тут интересненького? Давайте посмотрим. Тут сейчас ароматы должны быть для мужчин. Еще для мужчин много ароматов в этот раз. Много со скидками. Тут смотрите, девочки, к 23 февраля уже можно что-то присмотреть для своих мужчин. Да, пока такие спецпредложения есть. Смотрите, часы какие под кожу, классные. Ремень, кстати, классный такой. Так, мистер Джордани тоже аромат. Набор подарочный, то есть получается шариковый дезодорант и туалетная водичка в наборчике. Глэшия. Тоже очень многие любят эти ароматы для мужчин, для своих. И вот такие наборчики есть попроще, да, то есть буквально, но все равно знак внимания окажем, тоже приятно. Я вот мужу новый подарила на день рождения, довольный. Вот эти спреи тоже хорошо очень идут на подарочки. Набор. Увлажняющий гель после бритья, пена для бритья. Беспроигрышный вариант, по мне, так вообще красиво как-нибудь оформить. И вообще супер. Можно добрать еще, да, если хочется что-то побольше, то взять тот набор и вот этот набор, и будет прям идеально. Ну и на последней страничке здесь шариковые дезодоранты. Честно скажу, что я заказываю себе обычно из линейки другой, вот не такие, не ароматизированные получаются, а беленькие такие, знаете, забыла, как называется. Но эти девчонки тоже очень любят, хорошо берут. Так, мы с вами быстренько пролистали. Я сделала акценты, да, на каких-то интересных предложениях, на скидках, на то, что себе хочу заказать, что пользуюсь. То есть какие-то новинки, вот рассказала, что ко мне придут. Будем с вами тестировать, пробовать. Какие-то прямо на встрече уже можно будет в субботу попробовать. Всех благодарю за просмотр, всем счастливо. Следующее видео уже, наверное, будет обзор заказика. Будем с вами смотреть коробочки наши, что пришло. Всем счастливо, всем пока.